На полках книжного магазина в центре города появилась карта Слонима и Слонимского района, которая последний раз издавалась еще в прошлом веке, в 1996 году. И за столь длинный период вот, она отсутствовала. Жители Слонима и района, конечно, соскучились. Ну, не только соскучились, а им хотелось, конечно, получить какое-то сведение о наших улицах, о расположениях тех или иных домов или объектов. Белкартография отпечатала 3000 экземпляров. С одной стороны карта Слонима, с другой – Слонимского района. Однако на полки книжного магазина попала только третья часть от общего количества. Так что советуем горожанам и гостям Слонима поторопиться. Она удобна, ее размеры небольшие. Я думаю, что жители Слонима, гости Слонима будут довольны получить или приобрести эту карту в свое пользование. Помимо такой маленькой складной карты Слонима и Слонимского района, мы получили, отпечатанные карты, ламинированные. Цена ламинированной карты с держателем – 457 тысяч, без держателя – 354 тысячи. А маленькая, практически карманная карта обойдется вам всего лишь в 14 тысяч с небольшим. Приглашаем нам покупателей. Вот, организации, учреждения тоже приглашаем, чтобы можно было эту карту ламинированную, большого размера офисную, для под заказ. Мы принимаем заказы на большие карты.